Всем привет, друзья! С вами канал ДТВ. И сегодня к нашему обзору попал в руки Asus X550VX. Давайте же на этот ноутбук мы посмотрим. Итак, к нему идет батарея такого плана на 19 вольт, 6,32 ампера. Довольно-таки очень быстро заряжает ноутбук. Значит, идет вот такой провод к нему, стандартный, как практически у всех ноутбуков. Вот он. И, соответственно, такой шнур. Адаптер очень легко собирается, можно убрать его легко в сумку. Он не занимает очень много места, в принципе. Давайте мы его уберем и посмотрим уже непосредственно наш ноутбук. Давайте мы его включим. Поближе я запущу. Засекайте время, за сколько он запустится. Ноутбук включился. Идет загрузка. Итак, ноутбук наш загрузился. В принципе, очень быстро. Давайте мы зайдем и посмотрим сейчас наши параметры в AIDI64. Итак, запускаем AIDI64. Давайте мы посмотрим все о компьютере. Суммарная информация. Итак, что мы видим с вами? Давайте мы сейчас приблизим нашу камеру. Итак, что мы видим? Мы видим, что системная плата Asus X550VX серии. Значит, внутренний видеоадаптер HD Graphics Intel 530 на 1 гигабайт. Это встроенная внутренняя видеокарта. А также у него есть дискретная карточка NVIDIA GeForce GTX 950M. Вот он, GTX 950M, наша карточка. Сейчас мы зайдем. Системная плата, какая здесь у нас, тип шины DDR4 SD-ROM, то есть можно сюда ставить оперативную память. 2133 мегагерц, эффективная частота, видите, да? Так, давайте память посмотрим. Значит, памяти здесь оперативной 8192 мегабайта. То есть 8 гигабайт оперативной памяти. Значит, диск здесь, как видите, диск Е 1 терабайт. И диск С у нас на 128 гигабайт с разбивкой на С и Д. То есть на два диска. Два диска в ноутбуке. Процессор здесь Intel Core i7. 6700HQ. То есть это именно игровой ноутбук, который справляется с очень хорошо со многими программами, в том числе World of Tanks очень хорошо здесь проходит, играет. Вот. Тактовая частота 3300
МХЗ. Напоминаю, это Asus 550VX, H550VX серии ноутбук. 8 гигабайт оперативной памяти DDR4. 1 терабайт жесткий диск HDD и HDD на 128 гигабайт. Значит, диагональ экрана 15,6. Значит, матовый экран, как вы видите. Видеокарта GeForce GTX 950M на 2 гигабайта. В принципе, это основные параметры наши. Значит, дисковод здесь рабочий. То есть можно загружать фильмы, все что угодно, программы. Ну, если кто-то пользуется. Давайте посмотрим здесь, какие у нас порты имеются. Вы видели. Значит, вот они наши порты. Значит, наушники можно ставить. 3.0 USB. У меня тут мышка включена. Еще один 3.0. LAN. HDMI и VGA. Это есть у кого-то монитор подключить. Здесь, соответственно, радиатор. Вот. И гнездо под зарядку. Давайте с другой стороны посмотрим. Два 0 USB. Дисковод. Ну, это под ремешок, наверное, здесь получается отверстие. Такая клавиатура здесь. Звук Sonic Master. В принципе, неплохой. Intel Core i7. Шестое поколение, как я вам говорил. Более поближе. Давайте посмотрим здесь. Наши данные. Пятнадцать и шесть диагональ ноутбука. Так, давайте внешнюю сторону посмотрите. Видите, крышка у него глянцевая. К сожалению, пальчики остаются. Как видите, я одной рукой могу отжать монитор, и клавиатура остается на месте. То есть это говорит о том, что он довольно прочный сделан. То есть нижняя часть не очень легкая, да, камень? Давайте посмотрим нижнюю часть, что у нас здесь. Ну, общая информация. Скорее всего, можно увеличить, поставить SSD-шку, если снять отсюда, допустим, DVD-дисковод. Это возможно сделать, то есть это не проблема. Итак, давайте с вами сейчас попробуем запустить. Сначала звук посмотрим, как он здесь играет. Зайдем на канал наш DTV. Кто-то пишет нам здесь что-то. Так, давайте на главную страницу. Звук слышали сами, да? Итак, давайте запустим World of Tanks. Значит, смотрите, игра World of Tanks идет на полных. Так, подождите. На полных настройках. Сейчас, подождите.
иначе будет нагреваться, портится ваш ноутбук. Итак, давайте мы, наверное, сейчас выключим с вами свет. Вот так вот мы это сделаем. Давайте проедемся. Ну вот на Черчилле, допустим. Сейчас я вам покажу, какие здесь настройки. Сейчас давайте буквально там чуть-чуть мы сейчас поиграем. Итак, давайте я вам сейчас быстренько покажу настройки, чтобы удостоверились, что здесь. Видите, стоит тут ультра. Самая высокая стоит сейчас настройка. Все. Здесь у меня интернет немножко лагает. То есть графика здесь отличная. То есть, вы представляете, я с камеры сейчас снимаю монитор и видео, то есть у вас передается с двух экранов. Ну, вот интернет у меня лагает здесь. Вообще, просто у меня роутер стоит совсем в другом помещении, далековато отсюда. Он не будет тормозить. Ну так, поиграли, ладно, хватит. Значит, смысл в чем? В том, что компьютер. Так, сейчас выйти в ангар. Давайте сбежим с поля боя. Компьютер тянет любую игру. Значит, это 6-го поколения, i7. Вот, рекомендуем. Asus отличная вообще. Ноутбук отличный. Давайте сейчас посмотрим музыку еще из фонотеки YouTube. Как она будет играть. Вы сами послушайте тоже. Фонотека. Звук хороший здесь тоже. Сейчас повеселее что-нибудь выберем. Давайте орган. Ну,
звук сами слышите. Вот. Аида, давайте еще раз пройдемся, покажу все настройки. Intel Core i7, еще раз повторяю, 6700HQ, это игровой компьютер, 3300 тактовая частота, Asus X550VX серии. Вот, интегрированная видеокарта HD Graphics 530, 1 гигабайт. Также дискретная карточка GeForce GX 950M на 2 гигабайта. Вот. Два HDD диска здесь. Один на 1 терабайт, второй на 128 гигабайт. 8 гигабайт оперативной памяти DDR4. 15,6 дюймов матовый здесь получается экран. Развертка экрана, разрешение. Давайте посмотрим, сколько. Значит, максимальное 1920 на 1080. В принципе, очень хороший результат. Процессор здесь Asus стоит. Два USB 3.0 порта, один USB 2.0 порт, VGA порт, HDMI порт на 3,5 мм, джек под аудио, значит, что там еще, LAN порт, системная плата X550VX. Так, ну давайте я вам здесь покажу. Так, DMI, кэш. Данный ноутбук я могу только рекомендовать. Вот. Видите, температура у него небольшая здесь, без кулера. То есть все в пределах нормы, 50 градусов. Ну, конечно, если мы бы сейчас играли в танчики подольше, да, там без охлаждения, он бы побольше нагрелся, градусов 75-80 был. Вот. Электропитание, значит, держит до 4 часов свободно, то есть на аккумуляторе. Вот. В режиме ожидания в закрытом виде, не знаю, там до 5 дней может держаться, ничего с ним не будет. Заряжается довольно-таки быстро, до 100%. Примерно за полтора часа где-то он полностью будет загружен. Что тут еще вам показать-то? Почему здесь акселератор вот непонятно показывает? В общем, пишите под видео, что бы вы хотели еще увидеть по данному ноутбуку. В принципе, здесь все рассказал. Он довольно-таки очень мощный. Справляется со всеми программами. Я работаю также в Photoshop, в AutoCAD, в видеоредакторах. Все тянет, все прекрасно. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вот. Пишите под комментарии. С вами был канал DTV. Пока. Пока-пока, друзья.